Всем привет, дорогие друзья! Я приехала с лагеря, да, ура! И сегодня я вам расскажу некоторые вещи, которые у меня на данный момент есть к школе. И у меня будет видео о моей канцелярии, да. А что такие маленькие вещи? Давайте начнем с ручек. Это вот такая вот ручка. Я ее очень люблю, пишет хорошо. Вот. С такими зайчиками. Мне ее подарили. Так вот. Это, в общем, как это работает. Это отцепляется, вставляется вниз и нажимается. Ручка есть. Нажимается, ручки нету. Можно нажать. И наделать, но то есть очень хорошая ручка. Потом стёрки идут вот такие вот, очень красивые. Тут сердечко в виде киски и звёздочка. Это вот такая вот фирма. Вот тетрадка. Я хотела мне писать по математике, но не дотерпела она. Вот. И у нас бывает такое, то, что некоторые тетрадки нужно покупать сами. Но это даже к лучшему. Знаете почему? Потому что в некоторых школах цены могут просто-напросто завысить, и легче купить самому будет дешевле. И знаешь сам, сколько стоит вот такая тетрадь по английскому. Так как я иду в 4-й класс, чтобы перейти в 5-й класс, нужно какие-то ЕГЭ сдавать, и нам сказали купить вот такие тетрадки. Это, в общем, задание к контрольным. Вот, это такая жизнь по математике, но это уже просто для дома занятия. Вот. Кстати, вот в таких тетрадках написано практически все по-английски, кроме заданий. То есть это плохо или хорошо, я не знаю. Потом я выбрала себе вот такой вот дневничок. Мне он очень понравился. Мы вот это вот покупали в Брянске. Вот это вот, да? Покупали в Брянске. На камере видно то, что такой вот темный цвет. А на самом деле он такой мягкий прямо. Вот, сейчас вот практически, да? Тут ничего такого слишком нету. Начинающая школа написано. Вот. Очень красивый. Есть карта. На окружающем мире, так на контрольной быстренько загляну. А я расписание смотрю. Вот. Потом у нас здесь еще идет вот такая вот штучка. Блин, закрылся. Да. Вот. Да, туша. И вот. Потом. Вот такие они у них мягкие. Сзади тоже карта. И шпаргалки, да. По-русскому и по математике. В общем, это было все. У меня вещей очень мало. Математику я не буду показывать, то есть вот так вот и там вот так вот и вот так вот. Все. Сейчас там мои обычные. Ну, на этом это все. Всех целую.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всех люблю, пока.